Всех приветствую, друзья. Сегодня у меня Tab A Samsung T550. Перенесли меня с другого сервиса. Тут вообще они сами меняют, но что-то накосячили, видать, и принесли мне на ремонт. Вот, стекло уже снимали, походу. Сейчас давайте снимем крышку, посмотрим, в чем подвох. Он по-любому есть. Простая замена вообще у данного аппарата. Тачскрин очень легко меняется. Вот, идет уже с двусторонним скотчем, плюс дополнительно, ну, я проклеиваю еще один слой акрилового скотча. Отлично держится. Простой разъем, простая конструкция, около получаса времени. В течение получаса можно заменить стекло. Снимаем крышку. Подушатанный планшет. Сняли пластик. Да, видать, что уже меняли. Вот и проблема. Сломали разъем, соответственно, тач не работает. Итак, друзья, я сейчас поищу данный разъем, вот, и продолжим снимать. Итак, друзья, нашел я разъем. Тот самый рычаг, который должен закрываться, но не закрывается, потому что он сломан. Вообще всегда нужно быть аккуратным с этими разъемами, очень хрупкие вот эти вот крышки и заглушки, не знаю как их назвать, очень легко их сломать, что и сделали ребята с другого сервиса. Поэтому нужно быть аккуратнее. Вставляем. Таким образом он вставляется. О, даже стекло, оказывается, у нас рабочее. Оказывается. Итак, выключаем планшет. Как я уже сказал, замена тачскрина много времени у нас не займет. Сейчас мы его быстро проклеим. Аккуратно. Thank you.
пользуемся без нагрева. Раз его уже снимали. По-нормальному данный тач снимается, конечно же, нагреваем феном, либо ставим на сепаратор, если у вас есть такого размера сепаратор. Нагреваем до 100 градусов и снимаем. Новый тач, проклеенный. Здесь у нас заклеен двусторонний скотч, идет в комплекте также, очень тонкий. Вот. Он, как видите, очень тонкий. Естественно, если мы посадим только на этот двусторонний скотч, то посадка будет некачественная. Со временем он поднимется. И вот смотрите, какой двусторонний скотч на оригинальном стекле. Какой толщины он. Поэтому я сказал в начале, что дополнительно будем проклеивать акриловым скотчем. Видите, какой очень качественный скотч. Можно заказать такой, есть в интернете. Вот, и к тому же стекло у нас идет без прокладки вот этой, которая не пропускает пыль. Вот, видите, было неплохо, конечно, бы ее перенести на наше стекло, но достаточно сильно повреждена она по периметру в предыдущем сервисе. Обязательно нужно перенести вот эту прокладку тоже камеры передней. Но у меня она стоит на новом стекле, поэтому оставляю. Если у вас нет, обязательно ее нужно будет перенести. Итак, заляпали стекло. Опечатка все. Удаляем следы предыдущих мастеров обязательно. Como se llama tu amiga de Lori? Lori? Vale. Pasa pues. Отвлекает, блин. Постоянно отвлекает. Итак, поверхность готова. Проклеиваем. И как раз два вот таких вот. Один вверх-вниз и один по бокам. Thank you.
видите, все элементарно просто. И все. Всем спасибо за внимание, друзья. Была простая замена модели Samsung Galaxy Tab A T550. До новых встреч. Всем удачи в ремонте.